В мэрию с ответным визитом на линейке 1 сентября Владимир Шарыпов пригласил 11-классников 41-й школы в гости в администрацию. Ребята радостно откликнулись. Экскурсия по 12 этажам здания мэрии получилась насыщенная. Информативно было, как на уроке краеведения, а весело, как на перемене. Ребята узнали историю площади революции, увидели, где подписывают важные бумаги и решают судьбы города. Дети, вот если честно, дети очень хотели попасть в кабинет Владимира Николаевича, потому что, ну, в средствах массовой информации Владимир Николаевич обычно бывает на различных встречах, и в своем кабинете репортажей бывает очень мало. И дети очень хотели посмотреть, как же выглядит кабинет главы города. Сюда мечтают попасть не только школьники, но и каждый житель Иваново. Это кабинет мэра. Светлый, просторный, еще не обжитой. Владимир Шарыпов у компьютера сидит редко, все в разъездах. Вместо ПК предпочитает пользоваться телефоном. Из стандартного в интерьере флаги и портрет президента. Книг мало, читать на работе совершенно нет времени. Зато есть спиннер. Стресс снимать. После предыдущего главы ремонта здесь не делали. Новый мэр только переставил мебель. Люди, когда пробирались между стеной и стульями, было очень неудобно, и ну, вот я решил просто на центр поставить. Конечно, так кабинет получился, что выглядит достаточно похоже на переговорную, по сути, комнату. Да, но, в принципе, меня устраивает, и каких-то ремонтов не планируется. Но, пожалуй, самое сильное впечатление на ребят произвел сам мэр. Первого человека в городе они представляли себе совершенно иначе, более серьезным, и были приятно удивлены. Владимир Николаевич Шарыпов достаточно интересный человек. Он с ним достаточно просто разговаривать, нет такого волнения, поскольку, ну, возможно, он более современный человек, нежели другие представители власти. Вот. Как вы видели, спиннер лежит у него на столе и так далее. Его сленг достаточно понятен нам, поэтому с ним интересно общаться. Рабочее место чиновника такое же, как у обычного человека, и все же в мэрии особая атмосфера. Школьников она покорила. Возможно, кто-то из них после обучения в вузе пополнит ряды сотрудников администрации. Нам полезно тем, что мы общаемся с молодежью, и мы хотя бы понимаем, о чем они думают, какие у них проблемы. Вот мы сейчас сидим с ними в кабинете, общаемся, ну, действительно очень интересно. Потому что это, ну, своего рода тоже такая обратная связь, причем живой разговор. А ребятам интересно, ну, не знаю, может быть, лучше у них, конечно, спросить, а скорее всего в каких-то общепознавательных просто целях. Владимиру Шарыпову такой формат встреч понравился. Глава города отметил, что хочет сделать экскурсии для школьников на постоянной основе, но не часто ввиду занятости. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.